Симбруале, Симбруале. Юрий Викторович, поздравляю с победой. Пусть и товарищеский матч, но все равно было интересно. Забили один гол, но при этом, наверное, могли забить и пять сегодня. Вы как думаете по игре? Ну, во-первых, это товарищеский матч. Это, то есть он входит в рамки подготовки нашего матча следующего с Милсами. Поэтому я думаю, что матч получился довольно-таки интересный. Было много и борьбы, но было и много и футбола. Я считаю, что матч понравился зрителям. Как вы отметили, хоть и товарищеский матч, но победа в любом случае приятна. Это добавит нам, я надеюсь, еще больше уверенности, то есть стойкости в психологическом плане. Поэтому я доволен сегодня, в принципе, всеми ребятами, кто больше сыграл, кто меньше. Сегодня абсолютно все сыграли достойно. Сегодня вы дали шанс многим игрокам, которые играли меньше в официальных матчах. Это и Николаевскую, и Загаевский, и другие ребята. Что думаете о их игре? Очень важно их проверить именно в таком матче. Потому что, знаете, как в официальном матче, может быть, не всегда удается их больше посмотреть. А сегодня они оставили достаточно хорошее впечатление. И Загаевский, и Николаевскую. Поэтому я теперь на будущее, то есть буду знать уверенно, когда выпускать, то я уверенно знаю, что футболист выйдет и отыграет так, как нужно. Сегодня также свою первую игру сыграл за Зимбру центральный защитник румынский Михай Лека, который уже у нас в команде довольно продолжительное время. Как вы считаете, этот футболист усилит линию обороны? Ну, это довольно-таки опытный футболист уже, поэтому единственное, что пока у него мало игровой практики. То есть отсутствие игровой практики может где-то сказаться. Но сегодня отыграл, в принципе, достойно и, опять же, надежно, что касается своих основных функций, игра в обороне. То есть он сыграл очень уверенно. Поэтому, опять же, я, в принципе, остался доволен его действиями. Впереди нас ожидают довольно сложные матчи. Это и Милсами, и Заря, и Дачия, и Эсперанса, Петрокуб, неуступчивые соперники. Что вы думаете о этом непростом периоде и думаете, и уверены ли в том, что сможем все-таки занять четвертое место, которое все мы этого хотим? Ну, последние матчи, наверное, на первый план выйдет все-таки характер. Характер. Поэтому в этом плане мы и сегодня показали характер. Очень важно в этих матчах, последних матчах, там, где нужно будет вырывать очки, нам именно вот это качество необходимо. Поэтому я как бы с уверенностью смотрю и с надеждой в то же время смотрю в будущее. Я очень надеюсь, что мы как можно скорее выйдем из этого состояния и поднимемся в таблице как можно выше. Ови Мандай после матча с Шерифом был переведен в дублирующий в дубль в Зимбру-2. Почему было принято такое решение и как вы его приняли? Сразу после игры, либо после какого-то диалога? Ну, прежде всего, это из-за отсутствия игровой дисциплины, потому что, то есть, это не в первом матче, где он подвел нас. И за снижение спортивного мастерства мы его отправили во вторую команду. Уже есть какие-то результаты? Какие? В дисциплине, в отношении к делу. Общались? Будем ждать его не реакция, а его отношение. То есть, если человек поменяет отношение к себе, не только к себе, и к команде в первую очередь, к партнерам по команде. У нас ребята сегодня играли, и Архири играл со второй команды. И именно они за счет отношения вот этого они играют. Именно вот отношение к себе, профессиональное отношение. Вот это должно быть у всех, независимо, ты легионер или наш игрок. То есть это должно быть в первую очередь.